Всем привет, ребят. Ну что, посмотрели вы контентик по поводу слива аккаунта, и сегодня мы сливаем еще один аккаунт, еще такой же донатный, больше немножко прокачки, на нем даже есть некоторые героев. Ну, все как обычно, ставьте лайки, а кто ставит дизлайки, те просто завидуют, потому что я понимаю вас, понимаю школьников, которых бомбит, что вот можно было бы разыграть, можно было бы отдать. Ребят, это все можно сделать, но есть одна небольшая, наверное, и самая основная проблема. Во-первых, аккаунт у нас привязан к почте, которой люди пользуются, то есть ее отвязать никак нельзя. Давать, знаете, данные свои тоже никто не захочет, да, и люди как бы свои деньги влаживают, и им решать, что делать с аккаунтами. То есть кто-то хочет сливает, кто-то замораживает, кто-то отдает там в гильдию, люди другие играют. Все зависит от выбора человека, и нельзя там судить, что он вот, он не отдал, он плохой, можно было сделать что-то там. Там, короче, бомбящие комментарии. Ну, вы пишите комменты, это забавно почитать, когда людей бомбит. Хоть есть чем заняться на ютубе, и пересматривать тоже интересно. То есть у каждого есть свое мнение, и каждый может его выражать. Так, ну что, у нас сегодня аккаунт Беркут 007. Мы на нем когда-то ролили, он принадлежит Юрию, который дал его сразу же под слив в одном из видосов. Я как только вам писал видос, сказал, что вот еще один аккаунт на слив. Вот этот аккаунт, 530к силы, аккаунт, как видите, донатный, герои здесь есть, 87-88, землеройки, не, свалено нету, последнего героя нету, вот так вот. Такие вот дела, ребятушки, ну что, поехали, давайте начнем, как обычно, со склада. Вот смотрите, сколько всего, то есть аккаунт непростой, хватает ресурса, вот посмотрите, руны таланта, сколько всего есть. Давайте начнем с самого интересного, с героев. В общем, такие вот дела, я не знаю, качаем сегодня опять мегабочку. Новая мегабочка у нас будет. Это, в принципе, я считаю, что это самый оптимальный, самый правильный вариант, если вы хотите перестать играть в игру. Еще есть вариант просто слить здесь, иначе на английском. На английском там за копейки можно прокачать аккаунт намного круче, чем вы здесь будете качать пару лет. Это факт. Это уже проверено. Можете посмотреть моего твинка, который стал, по сути, основой. Так, ну как видите, здесь героев хватает. Да фигища. Ну давайте вот так вот начнем отсюда с конца. Трифиды ушли. Командора. Асура. Аса. Заклинательница. Дедушка, до свидания. Побашка, до свидания. Ну, печально, конечно, это сливать. Знаете, я уже думал создать себе, пособирать такие аккаунты, посоздавать гильдию и раздать их. Ну, это, не знаю, это я считаю неправильно. Вот это лично мое мнение. Человек захотел, значит, он решил, сделал все. Конечно, у многих нету таких героев, они там смотрят на это все, 20 хронов слили, и смотрят на это все, и просто они там убивают кучу времени, зато в этом у вас интерес. На таких аккаунтах интерес со временем к выбиванию, как у меня, к выбиванию героев там и прочего, пропадает просто интерес. Точно так же к игре со временем, поэтому лучше пусть у вас будет ваш родной аккаунт, который вы качаете, выбиваете, зато вы получаете массу удовольствия, когда получаете недостающего героя, чем возможность все купить. Ну, тут надо смотреть с разных сторон, кто-то делает контент, как я, кто-то играет просто чисто для себя, это разные вещи. То есть я, допустим, если выбиваю, то из-за того, чтобы вам показать, как стоит качать, как не стоит качать аккаунты. Две разрухи, до свидания.
Так, что-то Фрея мелькает очень часто, надо ее слить. $530,000. Напишите в комментах, как думаете, сколько останется силы у нас в итоге. На прошлом аккаунте там мы слили около 400к, по-моему, если я не ошибаюсь. Может и меньше чуть-чуть. Можно, знаете, все слить и начать нулевой аккаунт бездонатный. С такими прокачками. Бездонатный, по сути, бездонатный. Вы начали играть без героев. С нуля. Такс. Не забывайте про конкурсы также. Я качаю бездонатные аккаунты. Новая рубрика есть. Есть десяточка новая тоже. Новый аккаунт на прокачку. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик. Все, с героями попрощались. Рунами мы прощаться не будем. Давайте пооткрываем подарки. Воу, ничего себе. Ну что тут у нас? 30 камней. Ну я скажу вам, как для бездоната, такие подарки реально очень круто получить. Коробочки. Камешки. Книги. 5 коробок. Обалдеть. Просто везение. Ну, самое главное, что вот люди, которые это делают, как бы они понимают, что они сделали свой выбор. И дороги назад как бы можно восстановить через ТП-шку героев. Так, нет ни одного предмета. Ну, в принципе, оно нафиг надо. Что-то у нас так музычка скакнула. Так, сливаем какашки. Вот жалко, что нельзя уже сдавать по максимуму, как раньше было, какашки в гильдию. Именно. Частями по 10к. Сейчас еще в конце заролим ему имбу по-любому. По-любому имбу выбьем. Интересно, сколько кагашек мы вытащим. Надо в следующий раз, когда кто-то даст аккаунт на слив, сделать вам конкурс интересный. Например, угадать количество кагашек, которое получим при сливе. Тут нереальное число может быть рандомное. Я сам не знаю, сколько их будет. Потому что на каждом аккаунте разные расходники. Но это реально будет интересно. Ну, плюс-минус там сделать. Понятно, что конкурс, как обычно, загадайку. Хотя угадывают люди, но тут, конечно, будет полный трэш. Сколько всего, жесть. Кстати, попробуем одну тему. Мне интересно стало, что будет. Какая потеря кагашек. Печаль, печаль, да, ребят? Безжалостный слив. Вот смотрите, сколько у него здесь камешков. Лимит на синие камни. Жесть.
Ладно, поехали, таланты сливать будем. Ну, то есть тут уже однозначно мы слили, хотя эти ресурсы это все фигня, они покупают. Самое основное это уже герои. На слив. Ладно, коробки пока оставим. Мы бочки выбьем топовые. Талантик качнем топовую бочку на девятку. Так, ну это такие расходники уже, которые не особо помогут в игре. Поехали дальше. Смотрим, смотрите, какие эмблемы восьмые. Топовая. Миносик. Вот это жесть, да, ребят? Посмотрите на героя. Вот давайте, кстати, давайте героев посмотрим, как они прокачаны. 9, 9, 9, 9, 9. То есть посмотрите, сколько восьмерки, девятки. Круто, да? Посмотрим, что по эмблемам у него. Печальное, знаете, что самое печальное, что уходят люди на русском сервере. Не на английском, там, не на Тайване. Лазуля. Блин, иногда самому жалко сливать такие герои, потому что понимаешь, сколько ты тратишь на ихнюю прокачку именно на русском сервере еще. Это не английский сервер, где трэш полный. Но что не сделаешь. Зато эмблемки будут на память. Куча эмблем. Их тоже, в принципе, можно слить. Ну, это будет бессмысленно все. Но хотя, в принципе, эмблема. Что такое эмблема на сегодня? Это ни о чем. Такс. Поехали, поехали сюда. Гарнизоны пооткрываем. Так, кто там один? Будет самый трэш. Так, а где второй тотем? Что-то я его не наб... А, он рядом, он есть. Жестяк. Да уж. Люблю такие видосики. Не знаю, больше нравится даже, чем обзоры. Ну что, поехали.
Так, еще питомцев надо повыбирать. Кстати, видите, у него питомцы не особо прокачаны. Но он не так давно играет. Так, давайте кого-то найдем, у кого там скилл недокачанный. Вот есть. Let's go. Так, эту бочку мы сольем, а то она у него прокачанная уже. Было 530, ребят, поехали, посмотрим. Что у нас в итоге останется по силушке? Так, огненько давайте оставим на самый сок. Кого оставим? Давайте на красоту сольем. 30-й прорыв на логнике, обалдеть. Минотавр, Роза, Космо. Давайте Розу уберем с этой компании, как-то девочку не хочется сливать. Поехали. Ну что, поздравляю. Уже можно поздравить со слитием аккаунта. Миллион 630, нифига себе. Так, не понял. Что-то я не всех питомцев снял. Сейчас будет у нас новая имба. Ого, одушка, ничего себе. Ну, бог войны. Масла нет. Мы сделаем бочку тащера. Давайте так, чтобы резалось.
Ничего себе, железная воля, обалдеть. Самая живучая почка. 9-9. Ну что, ребятушки? Финишная прямая. Вот так вот. Очередной слив аккаунта прошел успешно. Пишите комменты. Поздравляю Юру с тем, что он решил закончить с этой игрой. Правильный, я считаю, выбор. Давайте еще апнем. Оп. Перезайдем. Так сделаем. Как можно, знаете, убавить кофяшки? Продаешь 416. Покупили за сколько там? Блин, в 5 раз меньше. Ну это жесть. Политика. Нанять кристаллы. Сот. Продать. 4 раза. Вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.